как-то не так. Короче, здорово, юникорны. Сейчас я хочу сказать, как бы ответить на вопросик, почему нету почти нету видео из реала больше. Ну, типа, я в Кате теперь больше снимаю, да? Ну, во-первых, мне как бы лень. Во-вторых, нужно снимать длинные, качественные, интересные видео, чтобы они залетали рекомендации, все мне нравились, у меня был актив, подписчики были не те, которые есть накрутки или так далее, а которым нравится смотреть мое творчество. Творчество, да. Лежишь на кровати, делаешь какие-то маленькие видео в кача-клубе. Творчество. Постараюсь почаще снимать. Почаще снимать видео из жизни. Ну а на этом моменте я заканчиваю. Всем пока. Всех люблю. Короче, вы поняли, то что я буду снимать не только качаку. Я не качер. Я снимаю влоги. Я снимаю качаклуб. Я снимаю качалайф и так далее. Ок, ок, да. Вы же не отпишетесь? Меня из-за этого. Не, ну если хотите, подписывайтесь, я же вас не держу.